Стоп-система, стоп-законы, стоп-политик, стоп-заводы, стоп-все деньги, стоп-все войны и проблемы беззакония. Анархия, 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 анархия. Стоп-все люди, все границы и военные гробницы, порно-бизнес и наркоманы и крысиные подвалы. Анархия, 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 анархия. Если так из глубины смотреть, как бы она это самое. Запарился я по телевизору смотреть на попсу на нашу, где поют «Я тебя люблю, единственная моя, я тебя нежно целую, обнимаю тебя, ты в моем сердце, я тебя так люблю». И мне это задолбалось, и решил написать как бы такую антилюбовь на эту песню. То есть на каждую попсовую песню, антипесню. Там текст заключается в том, что «Я тебя так люблю, целую твои рваные ноги, я целую твои гнилые ноги, я тебя так люблю, там, от тебя издается трупный запах, ты умерла, я тебя трахаю». В таком духе, такая, как песня Стёб. Поэтому называется антилюбовь. То есть у них про любовь, про чистую, а у нас наоборот, как бы, панк-любовь. Там, типа, как бы про любовь, только после вот какого-то там взрыва, там, знаешь, там, ядерного. Да, это про то, как бы два человека, два панка остались после ядерного взрыва, и они вдвоем выживают, как бы, единственные два человека на всей Земле. Ну, с кислородными баллонами, вот у них... Да, кислорода мало, и они как бы заправляются кислородными баллонами. Когда кислород заканчивается, они в конце, короче, в конечном итоге умирают. Ну, с плохим концом песни. То есть им ничего не остается делать, как друг другу любить. Это единственное, что вот их как бы соединяет. То есть удержаться вместе, ну и пока не умирать. Ну, это как я понял песню. Писал-то, конечно, Вася песню, это его. Правильно понял. Правильно понял. А ближе и дальше, чем к Подмосковью, то есть сюда, вот, живут такие обычные люди, рабочий класс, там, то есть, которые работают, там, рабочая молодежь, вот, они вот живут нормально. И вот у них весь период роста, то есть с молодого возраста до такого более зрелого. У нас, считай, грубо говоря, 20 лет, это уже считается уже взрослый человек, там, допустим, уже который может обеспечивать семью и так далее.
Вот. И причем при этом он не учится, как бы сказать, и только работает. То есть у нас, как бы сказать, вот это вот осталось вот после коммунизма, вот это вот такая, как бы, знаешь, там, тяга к работе, то есть очень такие, то есть работать, работать, работать. Но это тоже не на всех людей. То просто вот он, его не заставишь работать никогда. Потому что он либо его проспит, либо еще что-то сделает. Спасибо. Все мои попытки как-то его усовершенствовать. Усовершенствовать куда? Я не смогла, у меня я плохой психолог. Ответ на вопрос, усовершенствовать в какую сторону? Хотя бы для самого себя, чтобы ты смог сам себя обеспечить. Ты сможешь сам себя обеспечить? Едой, одеждой. Картошку я всегда куплю. Каким образом? Если не работая, каким образом? Что кто-то принесет тебе? Будешь красть на поле? Настреляю у метро. Как? Что? Настреляю в метро. А, ну попрошайничать, да, будешь. Из-под тишка будешь, да, воровать и попрошайничать. Угу. Вот кредо, знаешь, у нас. Кто-то хочет это купить особняки, мерседес, в банке в швейцарском, в счет менять, чтобы не волноваться, на что жить, старость свою обеспечить, знаешь, хороший добротный дом построить. Этот дом комфортным для себя сделать, да? Купить там пылесосы, холодильники, телевизоры, видеокамеры, детей своих отдать обучение, думать о будущем, о потомстве. То есть самому быть, чтобы выйти на улицу, например, не было, например, ну как бы на тебя, чтобы не косились. Вот что ты такой с грязной головой, неопрятный, как ты пахнешь там не так, как должно. Ну, вообще... А как должен пахнуть? Одет. Когда люди какают в туалете, мыло хорошее, и вымыться нормально, чтобы мылом пахло. Вот люди в туалете какают все, ты и я все. А я не знаю, как ты будешь туалетную бумагу покупать. Тебе шампунь понадобится, туалетная бумага. Газету у соседей буду воровать. Ну, видишь, у него его подходы, он хочет, чтобы это все подражать тебе должна. У меня 3 телевизора, 2 продам. На сколько этот телевизор хватит? На 2 месяца. Который ты продашь? Ну, а дальше? То есть в течение 2 месяцев что произойдет? Холодильник продам. Дальше? На полгода. Еще на полгода, так. Ну, на 5 лет мы найдем, что продать. Дальше, через 5 лет. Тебе будет 25, к примеру, уже. Альбом выпущу, деньги буду получать. Альбом будет о чем? Что, кто из этого альбома извлечет пользу? Из слов, которые... А кому эта польза нужна? Ну, всем людям, которые будут слушать. Всем надо прийти на концерт, башкой подрыгать. Так ты рассчитан на люмпинизированную публику, а да? Я сам такой же. Ограниченную и люмпинизированную? Да.